Я думаю, есть какие-то универсальные законы, вот, как инь-ян. Вот что такое? Я беру вот, какие-то сакральные сюжеты. Вот. Войны. Тема войны меня с детства волнует. Просто она приобретает разные формы. Ну, как бы с мастерством вот, приходит другое восприятие. Но тема остается вечной. Тема воина – это не просто тема для художника, я думаю, для каждого человека. Потому что мы сейчас живем в непростое время. Задача воина – преодолевать какие-то жизненные проблемы. Это, по сути говоря, путь самопознания. Чем больше человек отдаляется от природы, тем теряет он что-то очень важное. То, что дает природа, это покой, и природа насыщает художника той самой необходимой энергией и дает возможность действительно донести до зрителя то сокровенное, что скрыто. Соприкасаешься, находишься в уединении, то происходит как раз вот это открытие. Художник начинает видеть и общаться непосредственно, неформально, так сказать, с природой. Парчан мне нравится тем, что он дает многомерность. Вот, они под разными углами по-разному смотрятся. И вот эти узоры, которые начинают просвечивать, для меня это как символика, как образ самой жизни, как образ Бога, который везде развит. Вроде бы формально ты смотришь под одним углом, этих узоров, этих просветов не видно, это одномерная картина, ты начинаешь двигаться. Это как в жизни, вот, даже когда бывает очень тяжело человеку, рядом жизнь бурлит и кипит, просто мы отрезаны от этого. И очень важно это увидеть. Что нам мешает войти в этот поток жизни, испытывать восторг? Каждый человек на это способен. Но, к сожалению, большинство живет бессознательно, на автомате, ну как робот. Если у художника открываются глаза, то у него появляется, он наполняется вот этой любовью. Он начинает видеть природу. Не то, что восторгаться, но по-настоящему любить то, что он видит, но открывать. Природа открывает массу вещей, я не знаю, в камнях, в узорах на земле, везде. Можно увидеть такие необыкновенные вещи. И природа буквально подсказывает художнику, как можно донести до зрителя то, что он увидел. Thank you.